Всем вечер добрый. Ой, с работы пришла. Все, с вами общаюсь. Так, сейчас отвечу на вопросы, которые мне писали. По поводу этого топа. Лена покрутила, так и не показала. Это Мэкс, 195 рублей на акции был у нас. Сейчас я не знаю, он есть или нету. Но, может быть, в ваших городах или магазинах они есть еще остатки, потому что Магнит делает скидочки. Если что-то мало товара осталось, он распродает. Вот, тем более, это было, по-моему, в прошлом году коллекцию привезли. И их уже прям осталось мало-мало. По-моему, я покрутила и не показала. Мне говорят, Лена, покажи. Хлопок, качество отличное. Скорее всего, я, наверное, его Ане отдам, потому что мне он как бы туговат. Я бы чуть-чуть на размерчик побольше бы взяла, но жалко, уже нету размеров. Вот Мэкс, вот так вот все прошито. Все прям хорошо, ни ниток, ничего нету. Здорово, качество прям приятно трогать. Они были в черных и белых цветах, но уже на дату распродажи остался белый. Вот. Вот так вот. Я еще на них давно заглядывалась, их только когда привезли, по-моему, первая цена, вот я не помню, 700 рублей было. Потом дешевле, и вот сейчас вообще 195. И по поводу помады, которую я вчера купила, L'Oréal. Какой тон? Сейчас вам покажу, ребятки. Да, вот я и достала. Муск импакт, как-то вот так вот правильно, вот я не знаю, видно хорошо, нет, номера нету, как обычно привыкли. Муск импакт, вот такой вот цвет, он классный, как сказать, и не бежевый, и не розовый, и не коричневый, и не бордовый, что-то вот, что-то где-то между. Как он? Классная помадка, мне понравилась. Я еще пока старые свои, там немножко докрашиваю и все, и перехожу на вот этот цвет. Так, а вот у Диваша же, у Диваша нет, он по номерам. Тоже классный по качеству, я убедилась. Вот так вот, мои ребята. Так что я с таким своим макияжем вульгарным. Мне нравится. Вот именно тоже там написали, что прям вот все такие знатоки после 40 или после 70. Я вообще свой возраст не ощущаю. Мне, знаете, если только паспорт показать и вспомнить, о, да, там мне будет в этом году столько-то. Правда, я не ощущаю. Лучше его и не ощущать. Как вот чувствуете себя там молодой душой. И вот так вот надо держаться и на позитиве, и вообще. Не надо негативить. Все, перемещаемся на кухню. Сегодня с собой на обед борщ брала, потому что вчера я его поздно сварила. Что-то тоже все покушали. Я тоже на обед его брала. Кстати, девчонки пишут, что у нас, говорит, нет таких скидок. Девчонки, ну, бывает это периодами. Вот, допустим, сегодня уже привезли курицу, алтайский бройлер, да? Она уже 156 рублей за килограмм. Была 79, да, вообще. Причем несколько дней, не то, что вот бывает один раз и все. Нет, несколько дней. Сейчас только с работы... Снежок прям хорошо, прям опять белый снежок. В этом году прям хорошо у нас снег завалил. Так, не знаю, наверное, сегодня ничего не буду варить. Сейчас, наверное, просто покушаю, чай попью. Ну все.
сегодня утром кошек, которые бездомные, накормили. Чуть не опоздала, правда, из-за них на работу. Столько обрезей оставалось. Ну, то есть, допустим, еще суп варила с этих спинок хребет. Вот. Ну, где мяско поочистила в борщ. А им там косточки, ну, там тоже и шкура, и, ну, косточки с мясом. Вот, и хвост. Ну, поняли, да? Потом еще свежую курицу вот эту резала, которую две последние покупала по 79 там. Разделала. Прям вот, вот эти ножи, не нарадуюсь. Магнитовские. Прям легко раз, берешь ногу у целой курицы, прям хорошо режется, все, зашибись. Вот, тоже раздела, там грудка отдельно, тоже с грудки шкуру брала, там ноги отдельно, это, и все кошкам, такой мешок. У меня была эта чеплашка такая, пластиковая, ну, как из-под мяса, думаю, что-нибудь там, мало ли, там, животным накладывать, ну, и вот как раз пригодилось, раз это... Положила туда. Смотрю, уже морды вылазят, из, как из подвала. Бело-черное и черное. Там что-то, я не знаю, 3 или 4 кошки живут. Ну, кошки, коты, я не знаю. Ну, вот их тоже соседнего дома кормят. Сразу учуяли на свежак. Ну, одна сырая, допустим, там вот эти... Все это были обрезки. Другие, как вареные. Все равно жалко животных. Паша, ты Лехе-то не звонил? Ну, сейчас-то уже поздно позвонить. Ну, блядь, будете выходить, да позвоните. Послезавтра-то, да. Пятидневка, наверное, у него. Он пятидневка? Ну, надо Славку спросить, спросить, как надо. А он с ним работает или нет? Да, он на водоканале, нет. Работал себе. А со Славкой там работал, он ушел. Вот когда вы его налдаете, он уже на водоканале работал. Это надо позвонить, который по электричеству. С ним договориться. Завтра на арахис. Сейчас я не знаю. Соленые. Он что-то на канале. Что-то пару бутербродов, пока с Пашкой болтали. Тут Аня пришла. Тоже бутерброд съела. Что-то глаза закрываются. Сейчас пойду мыться. Шишку. Вот уже под конец дня уже начинает голова уставать. Сейчас пойду снимать ее. Ладно, мои хорошие. Всех люблю, целую. Завтра также видео. Все, всем пока, мои хорошие. Все, всем пока.